друзья, мы на выставке. Громко говорить нельзя. Я для вас все самое основное и необходимое сняла. Выставка не супер большая, но интересная. Всю информацию я, естественно, озвучу за кадром, так что смотрите, будет интересно. В общем, буду вас знакомить не только с музыкальной частью, но и вот художественной частью армянской жизни, скульптуры, картины и все подобное. Спасибо вам за внимание, всех люблю. Давайте смотреть. Друзья, сегодня мы посетили с Колей галерею Николая Никогосяна, где проходила выставка работ Ассадура Бездикяна. Ассадур Бездикян признан мастером в области гравюры. Он создает загадочные графические пространства, которые открывают возможности для множественных интерпретаций. Что это у нас? Интересно. Издалека какой-то человек пораженный чем-то летит вниз. А может и вверх, в том-то и дело. Новая выставка. Сейчас перед вами скульптуры Николая Никогосяна. То есть галерея включает в себя скульптуры Николая Никогосяна, а также разные выставки художников и скульпторов. Какие красавицы. Сам Ассадур свое творчество характеризует так: и в жизни, и в живописи существуют две опасности: чрезмерный беспорядок и чрезмерный порядок. Я всегда стараюсь держать их под контролем. Если я вижу, что в произведении слишком много порядка, то добавляю немного хаоса. И наоборот, если превалирует беспорядок, то я восстанавливаю баланс. Ассадур Бездикян родился в Бейруте в 1943 году в ливано-армянской семье. В 18 лет он уехал из Ливана, чтобы учиться гравюре, графике и живописи. Сначала в итальянской академии, а далее он переехал в Париж. Уже в 1971 году в столице Франции прошла первая выставка работ Ассадура. Затем его картины стали выставлять в Риме и в Брюсселе, а также в Люксембурге, Амстердаме, Берлине, Токио и Тайване. Ассадур утверждает: «Я художник неопределенности и сомнений.
Для меня они являются источником, самим местом для творчества.